The delivery ceremony to the end customer of 40,000 unit sold HD78 trucks. It is very important event for the Hyundai truck and bus routes, distributor of the Hyundai commercial vehicles for the whole Russian market. We have a full right to say HD78 is already legendary vehicles for the Russian market. It is much more popular foreign models for the Russian customers in the medium duty truck class. Мы всегда начинаем наш бизнес с того, что думаем, для кого мы делаем продукт, кто является нашим клиентом, кому мы подарим радость от эксплуатации каждого километра, кто будет радоваться экономике, тяговооруженности, эффективности использования данного грузовика. И вот когда данный продукт был разработан, наши инженеры воплотили эту мечту в жизнь, в реальность. И сегодня мы видим, что российский покупатель голосует за нее рублем, покупает, эксплуатирует и зарабатывает в своем бизнесе. Мы уже более 10 лет работаем вместе с Hyundai, знаем не понаслышке о качестве техники. Наверное, именно поэтому клиенты, как сказали коллеги, голосуют рублем за эту технику. Машина для работы, для бизнеса. Я очень рад, что нашей компании достался 40-тысячный автомобиль. Спасибо. This event is very important for HTVR because we just sold 40,000 unit in Russian market that is very meaningful and powerful to Hyundai brand. So we continuously survive and give the best service and sales attitude to our valuable customers. We are very proud of 40,000 unit event and we will continuously improve our network and also service. Thank you.